Доброе утро! Сыроедческий тортик в студию. Без выпечки, без сахара, без муки, без маргарина, без консервантов. Берем. Сначала делаем коржи. Берем стакан подсолнечных семечек. Кладем в блендер. Следом засыпаем стакан арахиса. Блендерим. Смешиваем с медом где-то. 4 ложки большие меда, даже 3 хватит. Смешиваем, получаем тесто такое, кладем его в холодильник пищевой пленки, чтобы оно затвердело, пропиталось. Ну, часика 3-4. Затем достаем, лепим коржи, а крем делаем из банана и сливы. Берем банан со сливой. Один к одному в блендер. Блендерим в пюре. И смазываем коржики. Получается вот такой сливовый тортик. Можно еще каких-то ягод добавить. Здесь вот крыжовник добавлен. Клубника лесная. Такой вариант.